Добрый день. Сегодня в продолжение прошлого рассказа о книжке «Дары волхвов» хочу показать вот эту книжку «Рождественская песнь в прозе». Это Чарльз Диккенс, классическая история про Скруджа, рассказанная не один раз в самых разных вариантах, и в мультфильмах, и в фильмах. На любой вкус можно найти. Классическая рождественская история. Значит, чем она интересна, эта книжка? Интересна она иллюстрациями. Так же, как и прошлую книгу «Дары волхвов», ее иллюстрировал Патрик Джеймс Линч. Очень хороший художник-иллюстратор, который сделал очень качественные иллюстрации в английском стиле. И за эту книжку смотрится весьма атмосферно. Вот это издание, которое я листаю, оно на данный момент уже превратилось в относительно библиографическую редкость, потому что издавалось относительно давно, уже почти 10 лет назад, издательством Ripple Classic. Но сейчас издательство «Качели», которое выпустило вот эту книгу «Дары волхвов», издало в точно таком же формате и «Рождественскую песнь». Причем, значит, чем они отличаются? Вот эта бумага, вот эта книга, которая у меня на офсете, «Дары волхвов» и новая версия «Рождественской песни», она намелована бумаги покачественнее. Иллюстрации, вот если вы обратите внимание, у меня вот они не совсем полноформатные, то есть вот здесь такой небольшой прогал, потому что книга, если посмотреть, она по формату немного меньше, чем «Дары волхвов». «Дары волхов» вот такой большой А4, а «Рождественская песня», она вот это вот старое издание, оно немного поменьше, из-за чего иллюстрации получились не в формате. То есть вот новое издание 2020 года, оно будет больше по размеру, но оно смотрится зато симпатичнее. Иллюстрации смотрятся, конечно, симпатичнее, потому что и бумага покачественнее, и формат иллюстрации соблюден. Но, тем не менее, значит, вот посмотреть на то, что будет внутри, вполне можно на этой книге. Настоятельно, если вы хотите купить эту рождественскую историю и почитать ее в красивом оформлении, то вот «Рождественская песнь в прозе» с иллюстрациями Линча – это лучшее, что только можно найти. Тем более, что книга как раз сейчас продается в совершенно новом издании 2020 года, в качественном, хорошем переплете, с очень хорошей, приятной бумагой, в очень качественном издании. Ну а у меня можно оценить, как все это выглядит. Вот. Настоятельно рекомендую тем, кто любит хорошие книги с красивыми картинками, хорошо изданные, настоятельно рекомендую поискать это издание. И можно вообще вот купить в паре «Дары волхвов» и «Рождественскую песню в прозе». Один художник примерно. Ну, похожая графика, разумеется. Они обе того стоят. Напомню, что «Дары волхвов», если открыть, вот здесь тоже такая очень тематичная графика. Очень она такая английская, я бы сказал. Такая добрая старая Англия, печи угольные, плиты точнее, с каминами. Тут очень такие красивые улицы. Сейчас подождите, попробую найти иллюстрацию с такой типично английской улицей. Вот такой скромный пейзаж. Очень красиво. Очень красиво, очень хорошо нарисовано. Ну и вот эта книга, она также выполнен очень качественно. «Рождественская песня в прозе» с иллюстрациями Линча. Новое издательство, новая версия, это издательство «Качели». Настоятельно рекомендую.